В Актобе стартовал двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству города. Так, в минувшие выходные в парке первого президента прошел массовый субботник с участием депутатов городского маслихата, сотрудников организации и волонтеров. Кроме того, субботник прошел и в других частях города. Вооружившись граблями, мусорными пакетами и перчатками, 150 человек, и это только в этом парке, вышли на уборку. В целом, по Сайзинскому району на общегородском субботнике собралось более 5000 жителей. Это и представители городских организаций, предприятий и просто желающие очистить родной город от мусора. По району Астана у нас свыше 50 парков, скверов, зеленых зон, участков, аллей и так далее. В связи с этим во всех вот на таких участках проводятся субботники, в том числе и в парке первого президента. Просим граждан любить свой город, принимать активное участие в чистоте города. К слову, уборка проходила во всех районах города, центральных улицах и зеленых массивах, в связи с чем актюбинцы могли выбрать удобную для себя площадку во дворах, парках или скверах. А представители бизнес-объектов и КСК занимались очисткой своих территорий. Очищали опавшую листву, а также убрали мусор, которые недобросовестные граждане выбрасывают, ну, то есть бутылки, всякие отбросы от семечек и так далее. Призываю всех актюбинцев чаще выходить на субботник. Чистота не там, где убирают, а там, где не ссорят. Но, тем не менее, мы с коллективом решили убраться. И также призываю всех проявить активность и сделать чище наш любимый город. Халалах, семпельки, шахбжатармаз. Мы вышли на городской субботник. Все госслужащие. Работаем с раннего утра. Погода замечательная. Призываем всех граждан объединиться и выйти на субботник. Аппарат областного маслихата вышел на субботник. Жителям тоже необходимо включиться в данную работу и поддержать данное мероприятие. Дополнительно проводится работа и в рамках чистого четверга. Таким образом, уборка уже осуществляется на прилегающих территориях и вокруг организации. Стоит отметить, что на октябрь по городу запланирована дополнительная посадка деревьев. Салтанат Нургалиева, Жанна Дельсагиев, телеканал Актобе.